Поздравляю! Наша Россия! Ну давай, все, поздравляем! Ура, победа! Люцк, я Флинси звонил, разговаривал, алло. Вот, поздравляем выступление сегодня отчет правительства в Госдуме Дмитрия Анатольевича Медведева, выдающиеся события. Она сказала, поздравляем сегодня отчет правительства в Госдуме Дмитрия Анатольевича Медведева, выдающиеся события. Поздравляем, ура, победа! Целую, обнимаю. Спасибо. Благодарим вас. Хорошо. Поздравляю. Благодарим вас. Россия, вперед. Спасибо. Россия велика. Красно. Поддерживаем. Поддерживаем. Прекрасно. Россия великая наша страна. Могучая воля, величная слава, поздравляем, поддерживаем, Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем. Прямая линия Владимира Владимировича Путина и отчет правительства в Госдуме Дмитрия Анатольевича Медведева. Прямая линия Владимировича Путина и отчет правительства Государственной Думы Дмитрия Анатольевича Медведева. Самые лучшие в мире. Поздравляем, Россия, есть Тбилиси, организация «Право и честь России», Владимир Владимирович. Мы не стерпим Путина.
собираться на два президентских срока. В 2012 году документы отдали в Израиль. Нестеров Владимир Николаевич.
партии Лидера. Владимир Николаевич. Петр Николаевич. На века. Петр Николаевич. Что вы говорите? Петр Николаевич. Не понял, что вы говорите? Партия Единая Россия, Медведев, Дмитрий Анатольевич. За род занятия. Газета «Любимый президент». И фильм «Путин, Медведев, Медведев, мировые лидеры». Главный редактор. Главный редактор, заместитель главного редактора. Сила, правый чек. Не, 57 лет. 58. Владимир Владимирович, мы очень против вас избираться на два президентские срока. Благодарим вас, Владимир Путин, хорошо. Поздравляем. Благодарим вас, Владимир Путин. Россия великая наша держава, Россия великая наша страна, могучая воля, великая слава, дает нам стоять. Все время сложимся в отечество, Богу, надеюсь, братских народов союз вековой, веками данная мудрость народная, Россия, 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 Россия
Голосуем за два президентских Правильно, поддерживаем Россию, вперед! Здравствуй, Лена Петровна. Витя, поздравляю. Тоже звони, Вова. Прочитай нам прямую поделение нашей России. Как и дело. Западе победит президент России. Верховный глава Российского Российского Российского. Мы несеры Витлицкие. Со всеми россиянами. Несеры Витлицкие. Владимир Николаевич. Федор Николаевич. Людмила Рябовна. Людмила Игоревна. Людмила Рябовна. Елена Петровна. Ульяне. Майя Юрьевна. Марцелла Владимировна. Дмитрий Петрович. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович. Мы со всеми россиянами. Линии. Впрочем, Владимир Путин избирается на два президентских срока 2012 года. И на пост председателя партии Ну, у нас отлично. Сейчас прямая линия с Владимиром Ильичем Путиным идет. Мы ее закрыли. Отличная. Поздравляю. Целую. Россия вперед. Давай, целую, обнимаю. Давай. Все. Ура, отлично. Все, молодец. Давай. Нестеров Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Петр Николаевич. Петр Николаевич. Что вы говорите? Петр Николаевич. А Руззанятие? Газета «Российский президент». И фильм «Путин, фильм Путин и Медведев. Мировые лидеры». Главный редактор. Главный редактор и заместитель главного редактора. Хочется вас поблагодарить за поддержку, которую вы сейчас оказываете. Мне 67 лет. 58. Владимир Владимирович Путин очень просит вас избираться на два президентских срока 2012-2024 года. Прямая линия Владимировича Путина лучшая в мире. Высшая награда ордена медали Путина Медведеву. Поэтому Владимирович Путин поздравляю вас, Владимирович Путин просит вас избираться на два президентских срока 2012-2024 года. Да-да. Да-да, поздравляю. Высшие награды Путина Медведеву. Я слушаю вас. Да, я слушаю вас. Петр Николаевич слушает. Владимир Николаевич. Петр Николаевич, я слушаю, да. Алло. Алло, алло. Прямая линия лучшая в мире Владимировича Путина. Просим Владимировича Путина избираться на два президентских срока. 2012-2024 года. Спасибо. Благодарим вас. Хорошо. Поздравляю. Благодарим вас. Россия, вперед. Спасибо. Спасибо.
Наш Россия, наш президент, ваш, наш силу, право честь. Уважаемый господин президент России, Путин, поздравляю вас, мы есть румынские, очень просим, попросили избираться на два президентских срока. Путину, когда Путину Владимиру Владимировичу передали наши фонды предложения Центральную избирательную комиссию госпоже Панфиловой, а также на прямую линию, очень много звоним, обращаемся по телефону центра на прямую линию с просьбой избираться Владимиру на два президентских срока. И мы отправили также СМС, вот СМС мы отправили, здесь вот написано, что ваш вопрос записан на телефон 040-40. Поздравляю вас, текст обращения просьбы такой. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы очень просим этих предметов, Владимир Владимирович Владимирович Николай, мы со всеми участниками приходим, со всеми россиянами, мы очень просим Владимир Владимирович Также мы получили прекрасное письмо из администрации президента на победу в Узбеке. Прямая линия Владимир Путин ответил на все самые важные вопросы нашего времени. Владимир Путин закончил нашу цивилизации на месте. Всегда с народом нашей нашей силы права честь. Ага, ну ладно, хорошо. Девочка, ну в общем прямая линия Владимир Путин состоял, прекрасно все записали, так сейчас будем все выставлять. Так что я тебя поздравляю. Вот. Алло, Люд. Это самое. Вот, и прекрасно. Ну. Лючка, ну я тебя поздравляю, целую, обнимаю, да? Лючка, ну в общем прямая линия, Владимир Путин состоялась, прекрасно все записали, так сейчас будем все выставлять, так что я тебя поздравляю. Самое главное, вот. Это забота. Алло, Люд. Вот очень нам понравилось. Это самое. Вот, ты прекрасная. А ты смотрел, мне тоже понравилось, да? Лючка, ну я тебя поздравляю, целую, обнимаю. Приветствую, да, все это важно. Правильно? Самое лучшее в мире. Конечно, молодец. Сейчас защитите, да, мы все поделимся опытом. Викуш, ну тоже поздравь, Ну, с общими победами, с тихом. Ну, да, поздравь. Ты сам, Викуш, короче, говорит. Алло, Оксанушка, привет. Оксанушка, мы тебя все любим. Как там детки твои, Оксанушка? Как детки твои? Нормально. Оксанушка, мы тебя поздравляем. Сегодня была прямая линия Владимира Путина. Да. Прекрасно. Сегодня выдвинули на два срока президентских Путина Владимира Владимировича высшие награды. Путину и Медведем. Так что я поздравляю, это наша общая победа. А можно тоже Олю, Оксан? Да, спасибо тебе большое, Оксан. Молодец. Алло. Алло, Оль, привет. Привет. Оленька, мы тебя все любим, ты у нас любимая старшая сестра. Вот, умница, красавица. Видишь, Оксаночка, молодец. Вот мы сейчас поздравили, я ее, она нас поздравила. С прямой линии Владимира Владимировича Путина сегодня была прекрасная. Молодцы. Вот, мы во время прямой линии выдвинули на два президентских срока Владимировича Путина в 17-24 года. Вот семья выдвинули Петра Николаевича, все мои члены, Люда, Лена, Дима, все, Ульяна, Ваня, Серафим.
людям. Владимир, Владимир Николаевич, это вот Мила, Виктория, Стеллочка, Володя. Вот. И мы, твоя семья тоже, мы все выдвинули, наша единая команда, мы выдвинули Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны и Марины Сергеевны. Вот, Владимир Путин на два президентских срока, 18-24 года, высшие награды Путина Медведевым. Отдали все документы уже в ЦИК на имя Панфиловой. Тоже, Оль, поздравь от всего сердца, от всей души. Владимира Владимировича Путина поздравь с двумя президентскими сроками на 24-й года. Сердце от души поздравь, Оль. Все хорошо. Ну ладно, поздравляю. Ну молодцы, ну все. Отлично. Россия вперед. Прекрасно. Да, молодцы. Отлично, молодцы. Оля, молодец. Молодцы. Прекрасно. Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Ура, победа на века. Поздравляем, Оль. Прекрасно! Поддерживаем! Правильно, поддерживаем право учить. Прекрасно! Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Прямая линия Владимира Владимировича празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент любимый. Владимир Путин, президент. Любимый все народы. Даст народам. Наша Россия, наш президент. Ваша сила, правая честь. Прекрасно! Поздравляем! Победа, триумф! Наша Россия, наш президент. Ваша наша сила, правая честь. Наша Россия, наш президент. Ваша наша сила, правая честь. Поддерживаем! Россия, BBC, ярчайшая звезда! Россия, ты всесильна! Во всем везде, Во всем везде, немного, спасибо, красиво, Пекин споем, Пекин споем, Прекрасно поддерживаем. Наша Россия, так мы делаем. Ваша сила, право и честь.
Мы не едем в Дмитрицкий, город Москва, но уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, мы не едем в Дмитрицкий, Владимир Владимирович, 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 Владимир Нет, 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 наша Россия, наш президент, силы правой сети. Голосуйте за два президентских срока Путина Владимира Владимировича.
Поздравляю вас, министр Медведский, город Москва. Очень молодой, Валерий Николаевич, Федор Николаевич, Людмила Рамовна, Виктория Владимировна, Елена Михайловна, поздравляю. Ура! Победа! Виктория Майя, Виктория Владимировна, Виктория Владимировна, Виктория Владимировна, Виктория Владимировна, Виктория Уволился за Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Кирилла Александровича, Марию Владимировну, Кирилла Владимировича Путина, Светлану Владимировну, Дмитрия Медведевича, Троя Васильевича. Прекрасно, поздравляем, поддерживаем. Правильно, поддерживаем. Прекрасно, поддерживаем. Чем просишь, он господин? Так. За нашу карту, да? Потому что мы все очень любим нашу президенту, нашу страну. Правильно! Поддерживаем! Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Наша Россия, наш президент, 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 наша Прекрасно! Поддерживаем! Россию вперед! Наша Россия! Наш президент! Ваша наша сила, право и честь! Прямая линия Владимира Путина, самая лучшая в мире! Наша Россия! Наш президент! Ваша сила, право и Владимира Владимировича, Владимира Николаевича, Петра Николаевича, молодцы. Мы передали вашу картину в Нобелевский комитет, картину Елены Петровны, Виктории Владимировны, Дмитрия Петровича, Стеллы Владимировны, Людмилы Игоревны, Дмитрия Эмута, Пикочка, Леночка, Людмила Игоревна, Петрович, Владимир Людмилы Эмута, Стеллочка. Прямая линия лучше в мире, наша Россия, наш Владимир Путин лучше. Молодцы.
Алло. Ну, уважаемый господин, Алло. Людмила Ревна, поздравляем. Виктория Майя, все вы. Прямой линии Владимир Путин и отчетом Дмитрий Анатольевич, где здесь? Выступление Дмитрия Анатольевича Медведева очень хорошее. Прочитай «Наша Россия», прочитай. Прекрасно, все, молодец, Вова. Да. Прекрасно, записываем выступление, давай. Виктория Майю и Стелла Владимир. Людмила Ревна. Владимир Владимирович, Андрей Николаевич, Федор Николаевич. Голосуем за два президента срока Путина Владимира Владимировича в 2012-2024 годах. Мы респондент Владимир Путин, Леонид Владимир Путин, отчет правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Лучший в мире. Выше награды Владимиру Путину. Предатель правительства России Медведева Дмитрия Анатольевича. Это транспорт не относится к земле мира. Слава честь России. Ура! Победа на века. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосходе много красивых ярких звезд. Мы гимн поем двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведев, Дмитрий Анатольевич, самый лучший репрезентант Владимир Путин, Медведев, партии «Единая Россия», народ дружит, для вас это награда. Президент Виталий, всем стран, континентов, два президента Владимира Путина, Нобелевский премии, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, Медведев, партии Владимиру Владимировичу 2012-2017-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единой России» Медведев Дмитрий Анатольевич, партии «Единой России», Народный фронт, за героев России. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент, наша Россия, правая честь, наша ура, Россия, победа на веке. Правая честь. Идея.
Правая линия Владимира Владимировича Путина. Самое лучшее в мире. Госдуме с Польчами. Дведева. Владимир Путин, прямая линия. Прямая линия Владимира Путина. И отчет правительства государства Госдумы. Билли Анатольевича Медведева. Самый лучший в мире. Поздравляю вас, министр Медлинский, организатор фестиваля «Слава честь России». Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Мы со всеми депутатами Госдумы Совета Федерации, Федерации, правительства, лучшие в мире. Мы все голосуем за всеми россиянами, со всеми людьми планеты, доброй воли. Голосуем за два президента срока Путина Владимира Владимировича. И на год писали в праздник партии «Единой России» Переведем Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире, Владимир Дмитрий Анатольевич. Все лучшие награды, все награды, все награды, все награды, все награды, все высшие наградные ордена, «Единая Россия», «Единая Россия», Уважаемый господин президент России, Верховный Главнокомандующий сил России Владимир Путин, министр Медлинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, очень просим вас. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Игоревна, Виктория Елена Петровна, Елена Петровна, Поздравляю.
Прекрасное выступление Путина, да, Медведева записываем сейчас. Прекрасно, записываем, Вова. Давай, записываем. Выступление Медведева. Давай. Все, очень хорошее выступление Медведева передаю Дмитрию Анатольевичу. Вот, очень хорошее. Тоже поздравил. Ура, 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 ура. Молодец, сказал, все, смотрим. Давай. Ага, позвони маме, тоже будет возможно. Мне позвонить. Молодцы. Молодец. Мы передали вашу картину в Путина очень хорошая. И выступление Дмитрия Анатольевича Медведева перед правительством. Вот, очень хорошая. Вот, поздравляем. Тоже поздравляем. Всех поздравляем. Молодец, ты что вы еще много картин, много прекрасного создадите. Молодцы. Московский президент Барока Беслана назови свою фамилию, имя, отчество, города, из которого мы звоним. Так, нет, важно, сила, право, честь.
прямая линия Владимира Владимировича Путина, самая лучшая в мире. Прямая линия Владимировича Путина, отчет правительства Госдумы или отчет Медведева, самая лучшая в мире. Торжественный праздник, торжественный Владимир Путин президент, любимый Владимир Путин президент, любимый все народы. Тендем самый лучший в мире Владимир Путин, отчет президента, всегда с народом. Наши силы, наши деньги, наши силы. Благодарим вас. Россия вперед. Наша оси. Наша нет сил. Пара сил правой чести. Сошли россиянами, всегда голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на то, что председатель правительства партии «Единая Россия» Дмитрий Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», Народный фронт, за героев России, ура! Победа на века! Назовите свою фамилию, имя, отчество, город, с которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть 1 минута. Уважаемый господин президент России, Верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин, министр Медведский Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Рябова, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Иван Максимович, Дмитрий Петров, Серафим Дмитриевич, Владимир Владимирович, Марина Владимировна. Мы со всеми россиянами, участниками прямой линии, партии «Единая
партии «Единая Россия» народного правительства, Совет Федерации, администрация президента, все голосуют за два, просим вас избираться, Путина избираться на два президентских срока, 2012-2024 года, и на год председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире президент Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, Медведев, партия «Единая Россия» народного правительства, и согласен, голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 года, всегда, голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 года, как всегда, сегодня, Дмитрий Анатольевич, сегодня. Наш один, наш президент, вообще и правда. Вот мы постоянно набираем рекорд прямой линии. Очень интересно, и самыми очередными проблемами. Один из людей готовщих людей, партии «Единая Россия» народа, смотрите на вас, ну да. Наш один, наш президент, вас вообще и правда. Здравствуйте. Вы ведете программу «Прямая линия» с Владимиром Путиным. У вас есть возможность задать вопрос президенту. Звонок платный. Назовите свою фамилию, имя. Ну, уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. Мы вместе медведские очень просим вас и янами прямой линии. Наш президент вас возрастил в правую честь. Ура, победа на века. 2024 года. И нового закона об органической продукции. Вот если мы эти законы примем вместе с вами. Ура! Победа! Поддерживаем! Наших людей. Прекрасно! Наша способность добиться, это совершенно очевидно. Государственная поддержка сельского хозяйства. Мы ее продолжим, не сомневайтесь. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Наш Россия, наш президент, главное, что правую честь. Ну, конечно, нужно такое законодательство иметь. Мы с вами же опытные законодатели. И юристы, с нашими народами, которые живут, мы эту поддержку увеличили. Значит, поэтому просто просил бы это иметь, она составляет сейчас около 340 миллионов рублей. Вот, поэтому... Прекрасно, поддерживаем. Мы вместе с вами этим занимаемся. Прекрасно, поддерживаем.